И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все, также на Генезисе втором. И сегодня... как-то красиво, да? Сегодня мы пойдем за мутагелем, мутагеном. И первое, где можно добыть мутаген... Сразу же начнем именно вот с этого биомчика. Первое, где можно добыть мутаген, это в месте, где добывается, то есть когда приходит биом с черным жемчугом. И второе, когда приходит биом с, с амброй. Так, сейчас все лишнее выкинем. Этот сундучок из S+, он специально для страйдера, то есть все предметы из страйдера летят сразу же в этот сундучок, а потом из этого сундучка они автоматом все улетают в тег этим. Что там, в моё тег-хранилище, короче, все улетает. Причем настраивать ничего не нужно. Здесь все делается автоматом. Ну, собственно, все как в S+ сделано. Для удобства. То есть первое, с чего стоит начать, если вам совсем уж сильно приспичило и боитесь идти в биом, это Кроквеллом, это если появился биом с черным жемчугом или биом с амброй. Теперь погнали на базу. Домой. И вот, собственно, все у меня ушло. Здесь, как видите, у меня стоит стая мейвингов. Они у меня просто стоят для добычи яиц. Они очень клевые в том плане, что добываются абсолютно яйца абсолютно всех видов. Здесь я уже все выложил. И вот можно здесь... Видим, сколько яиц. То есть, если вот так вот, то это все яйца от мейвингов. Ну и, соответственно, как вы понимаете, они используются для разных киблов. Корм. Очень-очень крайне удобно. Сейчас же мы отправимся к Роквеллу. Кроквеллу отправимся. Так, ну, по сути, из брони щит это вполне норм тема будет. Возьмем на всякий случай винтовку, да. Меч, все это дело пригодится. По идее, мы сможем потусить там без лишних... О, это у меня гром гремит. Без лишних хлопот и проблем. Так, так, так. Погнали. Далее, чтобы... Не бегать, как я в прошлый раз бегал, когда сдох. Ставим несколько кроватей. Не обязательно столько много. Психовать не обязательно. Просто я в прошлый раз слишком много бегал. В целом, успеет откатиться, пока ты добежишь до базы. Ну, можно две поставить кроватки на всякий случай. То есть, до места смерти ты успеешь добежать. Как из второй серии мы выяснили, когда ты сдыхаешь, ты всегда появляешься в тег-броне. То есть, проблем с этим уже не будет. А значит, что можно без каких-либо проблем бежать. Не обязательно иметь с собой какой-то лут. Кстати, я здесь статы сбросил. Кто заметил, не заметил. Здоровье у меня 2000. Увеличил на 500. Бег увеличил. Потому что, когда я миссию выполнял, я не мог убежать от некоторых диносов. И это прям меня удивило. Стойкость немножечко уменьшил, ну и навык изготовления полностью сбросил. Ну и вес также 1000 осталось. Выносливость также 300. Бежим туда. В целом, как говорилось в старых видосах, на локалке мутагель спавнится где-то примерно раз в час плюс-минус. На серверах, я думаю, это все дело настраиваемое. Там говорилось что-то чуть ли не про 8 часов, но я думаю, это прям реально дело настраиваемое, без каких-либо проблем. Вот, поэтому в этом плане не думал, что это какая-то проблема. Но мутаген найти намного сложнее, нежели мутаген.
Мутагель. Найти намного легче, чем мутаген. Ну, вы знаете, как это легко путать. Могли назвать... Ну, ладно, не, не могли, да. Единственное, что я заметил. Видите, в правом, когда я в прошлый раз уходил с этой локации, мутаген рядом. В правом нижнем углу мы видим, что мой персонаж что-то нашел. А по видосу я видел, что это какая-то светящаяся хрень была. Видите вон ту светящуюся хрень? А это случаем не она? Вот это точно не она. Интересно, интересно. Также, как я понял из видоса... Ой, добрый вечер. Нет, спасибо. Мне ваши пулялки не нужны. Как я понял из видоса, после того, как случится чудо, вы, во-первых, найдете мутаген, а во-вторых, его залутаете, появится какая-то жопа. В плане вот это. И сразу же на тебя нападет. Похоже, именно это вещество Роквелл использовал, чтобы усиливать и раздражать своих странных существ. Может получиться использовать это против него, против врага его же методами. Держу пари, он не ожидает, что ты используешь его драгоценный мутаген для усиления ваших зверюшек. Не терпится увидеть выражение его лица, когда ты натравишь на него этих мутантов. Только осторожно с этой ерундой, ага. Да, это нам рассказывает о том, что, типа, если ты не знал и случайно залутал, типа такие, о, чувак, а ты можешь их использовать на своих диносах. В целом я посмотрел, и на диких, ну то есть на дико притамленных, разницы никакой нет, когда его использовать. Раньше, по крайней мере, было, а вот на типа прирученных есть разница сначала вкачать полностью, а потом использовать мутаген или мутагель. Такс. Вот, сразу же начинает появляться жопа, сразу же нас атакует. Ну, а нам, соответственно, остается только одно. Текать. И быстро. Can't wait to see the look on his, faces when you set those muties on him. Ой, пролагала. Just keep on handling that stuff in the meantime, yeah? Yeah. И все, как видите, мы залутали. О, R1, растение R1 это под обычное мясо. И вот так вот один, единичку. Да, мутагена мы получаем. Не густо. Я бы так сказал, очень даже не густо. Ну, очень даже мало. Я бы даже так сказал, какой нафиг не густо. Но это, понятное дело, такой ресурс, который... Ну, можно так сказать, очень редким и должен быть. Единственное, да, надо вот под вот эти вот лучи света не попадать, самое главное, и будет все хорошо. В целом, имея тег-костюм... Что-то у меня это полет отключился. Имея этот костюм, мы не сильно. Да ёб твою ж за ногу. Эх, ты ж сбил меня, собака нехорошая. Не-не-не-не-не-не-не. Идите в задницу. Кстати, да, все-таки пешком здесь тусовать намного легче. Ты не переживаешь за тенегрива, если чё, и полетел. Если чё, и сдриснул. Ну вот как бы. Намного удобнее. Вот прям намного удобнее в Солянова без тенегрива бегать. Но если ты пришел только за добычей ресурсов. Если пришел воевать, ну тут будь добр. Приготовься. Так, отвлекли. О чем я говорил? А, ну самое главное на этот свет не попадать. Но что я сейчас походу и сделаю. Не попал. Он, походу, дело где-то вот здесь наверху. Раз мне его показывают, что он где-то рядом. Но снизу я его не вижу. Он, значит, где-то здесь наверху, по идее, да? Это... Нет? Так. А мне стало интересно, а вот туда выше я могу забраться? Или я упру сейчас что-то? Ага, я уже уперся.
Да, вот, и все, я уже уперся, дальше не могу. Ну окей. Допустим. Но вот он показывает, что где-то рядом. А где рядом? Вот это точно газ. А где еще может быть? Или у него такой большой радиус, или просто то, что я типа пришел в эту локацию, и он типа показывал. В огромном радиусе. Я бы даже так сказал, огромнейшем радиусе. Ну, походу дела. Да, конечно, необычно выглядит это. Кстати, ну у вас-то уже давненько. Вышел Арк 2. Ну, точнее, трейлер, все дела. Выйдет в 23-м году, хоть обещали в 22-м, понятное дело, не вышел. Тенденция переносов — это нынче модно. Ну, лучше пускай, конечно, перенесут, но доделают, нежели не перенесут и выпустят говно. С Арком они всегда так делают. Всегда так, вот всегда они. У них всегда начало не очень, так что камон. Это что у нас такое? А, нет, это просто брики. И мне чё-то не нравится, что там заявляют. Там, походу, дело будет не выживач, а там будет Souls-like. Ну, знаете, вот типа Dark Souls, все в таком духе. В общем, что думаете по этому поводу? Есть какие-то мысли и вообще в целом знаете что-то и так далее? Пишите в комментариях. По крайней мере, будет интересно. Он сразу же сбивает меня. Текаем. Твою же за ногу. Ну погнали, погнали, погнали. У-ху! У-ху! Да, в целом показывает, что хоть где я нахожусь, то есть я захожу сюда. Я понял, то есть если ты заходишь в эту пещеру и мутаген он есть, то есть на данный момент заспавнился в этой пещере, то значит тебе покажет, что ну, типа ты его чувствуешь присутствие. Вот она, сердешко. Я могу использовать это для доступа к пункту управления Роквелла. Но сначала нам придется взломать почти все остальные системы на корабле. Ну, понятное дело, типа пройти миссии, а потом уже... Ну, хотя я уже могу, походу, дело активировать, потому что у меня из-за багулины, у меня тут дофига миссий уже пройдено. Но, понятное дело, я их сначала все пройду. Насколько я их могу пройти, столько я их пройду. Ох ты, нифига себе. Прикольно. В целом... Ой, добрый вечер. Ой, добрый вечер. Ой, добрый вечер. Где-то вот здесь внизу, как говорилось в видосе, под сердцем Роквелла, вот оно, родной. Ну, вы поняли, да? Я забыл бензин. Ай, ёп! Твою же за ногу! А! Ну вот. А сейчас здесь уже кислота. В общем, когда уходит кислота, на дне можно спокойно залутаться всем этим добром. Да, по сотке жрут это, конечно, не кислым. Просто получается, я как бы перезашел в пещеру. И кислота, соответственно, появилась. Она прям под этим. Are you serious? Слышь, а если я в тебя... Ой, подожди. Подожди, быканул! А если я в тебя стрельну? Ты нифига себе. А, не, шотнул все равно. Просто она так шевелилась, как будто это... Как будто я еще не шотнул. Ну, добрый вечер. А где... Ой-ой-ой, не-не-не-не-не-не-не, спасибо. Слушай, я не зря винтовку сделал. Ой, не-не, попал. Не, спасибо. Мне ваши шарики не нужны. Засуньте их себе... А! В жопу. Чисто пик. И спрятался. Ха-ха-ха. Блин, как же крипово это... Бабахает? Да, здесь все еще кислота.
Там все еще кислота. Ёшкин кот. Так, а как в тебя спуститься без твоего костюма? Никак, что ли? Точнее, как оттуда выбраться? Спуститься-то бог с ним. Это легко. Упал и все. А вот как оттуда выбраться? А, вот как. Отлично. Ну, спасибо, не надо. Я уж промахнулся. Ах ты, смотри, собака, оно заполняется. Ну-ка, а я что-нибудь достану? Ой, да она все сильнее и сильнее заполняется. Мне интересно. Нет, 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 я слишком высоко уже забрался. И вот так я не смогу достать. Ну ладно, фиг с тобой. Я еще к тебе приду, козел. Спрятал он от меня свой драгоценный мутаген. Это, точнее, мутагель. Долбанный. Мутагель. Путаю я их постоянно. Ну нет! Ну нет! Ну не надо! Да пошел ты! Так, я хотел посмотреть, куда ведет этот выход. Может, мы еще что-то найдем. Точнее, это для меня он был выход, так как я забрался неправильно. А по сути, это вход. Фу, как отвратительно! Ой, ты и пошел ты. В смысле? Ах ты ж ублюдок. I have to admit, I'm actually glad you've made it this far. Someone from the old world really should be here to witness the dawning of my new age. You see, I've been dabbling in a bit of anthropogenesis, molding some people of my own. You've arrived on the sixth day of my divine work. And I can't wait for you to meet my children. Да, хотел выпендриться и подстрелить. Пока что не сильно получилось. У-ху-ху-ху! Да пошел ты! Тут самое главное его вальнуть, и тогда уже проблем не будет. Но, как видите, уже... Изи! Да. А, самая проблема — это будут летуны. Ну и... Призыватель, добрый вечер. А, нет, это то же самое, он просто с жопы он выглядит совершенно по-другому. Чуть еще одного не сыграл. Так, ну это получается что? Это получается... Мы сюда приходим. Ой, добрый вечер. Королева. Не-не-не-не-не, спасибо. Вот, кстати, вот урон, пожалуйста, 900, он вшотнул. А вот с этого 900 не канала. Ну, конечно, здесь больше, чем 900 я нашел урона. Справедливости ради. Там намного больше. Но винтовку я сделал не зря. Прям очень не зря. Ё-моё. Ой, я тут пытаюсь разобраться, как мы вообще сюда должны попасть. Есть ли здесь еще что-то интересное? Чё-то, походу, нет. Ой, да ну иди ты в жопу. Понял? У-ху! А, ну это вот как я спускался к тебе. Ну, все ясно. В целом-то здесь маленькая локация. Ой, да иди ты в баню. Паутиной тебе лёхонькой. Ну, в целом понятно. Тут как бы все. И вот она вся локация, короче. Да. Я просто пока в этих попытался в лабиринтах разобраться, что где находится, уже и как-то и заблудился. О, кстати, а теперь, значит, мутагена нету. Интересно, все-таки, походу, здесь какой-то радиус. Так, но мне больше интересна кислота.
пошел ты! Отлично! Уау! Погнали все лутать, собирать! Ой, да пошел ты! Плюется он! Хоп! А тот вроде не плюется. Но все равно убить надо. Эй! Ну иди нафиг. На тебе! Вот это я понимаю! А я тусил там. У-ху-ху. Ну так просто собирать намного легче. Да, кислота начала появляться. А! Я хотел страйдера сюда вызвать еще. Ну все, короче, если вам попало в кислоту, больше не залутать. Но давай смотри, сколько я всего сейчас залутал. Хоп-хоп-хоп! Козёл. В целом, я уже освоился в этом месте. Сколько? Да нифига себе! Раз, два, три, четыре, пять, почти шесть стоков. Почти 600. Но мне это нравится. Мне это однозначно нравится. Единственное, что да, нужно ловить этот момент, когда закончится кислота. Давай посмотрим, как она заполняется в целом. Она типа должна вот отсюда дойти или куда-то выше пойдет? А, и все, и она пошла на спад сразу же. О-о-о! А это кайф? А что-то у нас каменная кирка, копьёка, фигня всякая. Ладно, ща еще сделаем заход. Отлично. Ай, черт, побери. Подлагнул это, успел залезть. А мне это нравится. Вот это я понимаю. Это тебе не... На астероидах собирать по 10-20 штучек за ядреное количество ресурсов. О! Ой, да пошел ты! Это в смысле? Ай-я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 й. Собаки-то вы нехорошие. Нафиг пошли вон, ублюдки! Подожди, я хочу сделать то, что нельзя делать. Ну-ка, иди сюда. Эй, вообще. Читер! Не, ну, с другой стороны, если его можно в криокапсулу засунуть, то это не читерство. Так что, будем честны! Ух ты, какой жирный! А, кислота! Бежим! Братан? Домой. Застрел. Ой. Шуточки шуточками, а чуть страйдер не погубил. Ай. Да могу же. Чё еще сказать? Могу же, когда могу. Фух. Но, тем не менее, дофигища просто ресурсов. А именно, мутагена добыл. Точнее, мутагеля. Не, ну когда-нибудь-то я начну их более или менее различать. Так, ты у меня... Ага, ты у меня все скинь. Я просто не помню, есть у меня вообще для них укромное местечко или нет.
Да, у меня для них есть укромное местечко, походу дела где-то. Вот, 2500. Возьмем вот столько. И давай смотреть, что у нас выйдет. Так. А ты сюда. Это зачем? Можно ли редко так с это вот это? Вот. Теперь раньше, как я понял, можно было использовать и вот это. Сейчас можно использовать только вот это. А, ну, это логично. Его нужно один из 95, чтобы его мутировать. Как его сделать? Есть два. Ах ты жирный. Есть два варианта. Первое. О, господи, видали, как у меня с текстурами все плохо? Вот. И так каждый раз. Есть два варианта. Первый. Нет. Мне, значит, показалось, что здесь было. Значит, только один вариант. Погнали. Стол. И здесь уже видим. А, точнее, вот это. 800. Получаем этого. Оп, получаем 6. За 800 мутагеля получаем 6. Все, 636 мне не хватает. И вот столько получаем мутагена. Да, после чего он уже будет мутировать. Да, кстати, так у меня текстурки тоже багаются. Потом хоп, и сырое мясо появляется. Первосырое. Первосортное мясо. Тоже надо будет посадить. Мы чисто, чтобы было. Привет! Вот такая вот фигня. Но вот столько мы получаем мутагена. За один заход. В целом неплохо. В целом неплохо, как минимум это... Как минимум это прикольно. Так, нет, у него у меня места нету. Мутаген. Хоп! Отлично! Он не портится, и там уж он тем более портится не будет. Вот такие вот делихи. Ну а мне что? Мне осталось только с вами прощаться. Мутировать мы их сегодня не будем. Сами видите, ресурсов-то нифига и нету. Выдавать ресурсы, какой в этом смысл играть тогда в игру. И единственное, что могу сказать. Я вчера, сегодня подумал над... Еще раз подумал над комментариями, которые говорят, типа, поиграй на других картах, поиграй на других картах. И увидел фьорд. Фьорд картам. А точнее, мимолетом услышал про босса и так далее. И подумал, а почему бы и нет? Это же реально, это будут уже миссии, это уже будут карты, не вот как вот это вот, выполни миссии и так далее. Это будут обычные, типичные карты с дропами и все в таком духе, с пещерами, с артефактами. Опять блуждание по пещерам и так далее. И знаете, я бы сказал бы, по крайней мере, центр, Рагнарок. Я там играл, немало играл. Вот про них я точно могу сказать. Это старый, добрый арк, который, пожалуй, я уже очень давно не играл. Наверное, даже с полгода, да, а то и больше. Я ж Генезис первый начал после Нового года. Так что да, как вариант, я когда закончу этот сезон, я иду на другие карты. Только уже это будет не по следам первопроходцев, потому что заметок там не будет. Вроде бы. Вот. Посетим, наверное, все-таки другие карты. Че там? По крайней мере, посмотрю, получше посмотрю кристалку, посмотрю фьорд, и еще что-то я там не смотрел. Еще какой? Волгора, что ли? Какая-то у нас новая же карта еще есть. Вот в ней я сравнительно тоже очень мало играл. Красивая карта, но мало играл. Ладно. С этим мы потом уже разберемся, когда закончится этот сезон. На этом сезону еще как минимум столько же серий. А может и больше. Ну, я считал примерно 30. Ну, а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с друзьями. Ну, все, всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра. Всем пока.